Вечернее шоу «Звездные гости». Музыкальные пародии. Каждый вечер с 6 до 9 шоу «20 лет лайв» на Авторадио. Автомонитор Авторадио. Но главная тема сегодня же — снегопад в Москве и пробки, естественно, из-за этого. И, знаете, у нас еще хоть ничего. Город хотя и встал, но ситуация на 7 баллов в эти минуты. А вот в Рязани-то десятка, сообщает наша служба трафика. 10 баллов, город вообще не едет. На их фоне у нас все-таки дела получше будут. Но все же движение тяжелое. По прогнозу Яндекса, правда, в ближайшие часы в навигаторах в Москве могут высветиться 6 баллов. И это будет удивительно, как мне кажется. Но к 3 часам заторы снова подрастут. Несложно догадаться, но пока прогнозировать мы не будем. Будем смотреть, как развивается ситуация. Коммунальщики, конечно, дороги чистят. В считанные минуты снова все заметает. Где посыпали реагенты, где не посыпали, машины везде еле тормозят. Пожалуйста, осторожно, держите дистанцию. Это не какой-то шаблонный, банальный зимний совет. Это действительно сейчас очень и очень важно. Потому что повторится опять вследствие ДТП, отмеченный из-за погоды. Вот такой, например, на Бережковской набережной столкнулись 3 автомобиля. Одна из них упала в реку. Пострадавших повезли в больницу. Движение там, конечно, очень сильно. Хотя сейчас оно трудное везде. Друзья, пожалуйста, без таких вот происшествий желательно на сегодня. Поэтому все внимание на дорогу и на соседей. Автомонитор. Один из двух разумных. Тем не менее.